You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You gotta... Едем мы сегодня на Вольногорские Мальдивы. Точнее, попытаюсь туда доехать. Алексеевка! Короче, останавливаемся с этой стороны и стою за вагоном. Проверяют эти вагоны, короче, жестко. Вот
сейчас уже к Апостолова. Вот я, вот Апостолова. Главное, чтоб там меня не спалили. Уж там есть рамки. Что-то останавливаемся, походу, встречка, что ли. Ебать, встречка гонит. Ебаный в рот. Просто там встречка просто едет, там зеленый цвет с другой стороны горит. Короче, подъезжаем уже к Апостолу. Тут осталось буквально вот метров 300 где-то. Вот остановили, сейчас еду в полувагоны, потому что там на той станции страшно как-то в открытую ехать. Экстримчик еще тот. Интересно просто, что в этих коробках. Точнее, да, коробках. Фух. Мне кажется, пустые там едут. Так, сейчас встречка уебет подальше. Прячемся, чтоб не увидели нас. А теперь давайте проверим. И мокро. Дырочки-то такие. Короче, в поле каком-то стоим. Только проехала встречка. Сейчас я чуть подальше внутрь отойду, чтобы не сильно палиться. Звук какой-то, как будто сюда что-то едет. Запрыгнул
начинаем двигаться. Это станция Апостолова. Мы сейчас туда заезжаем. Спалили меня. Надо текать, сука. Поднялся я на такой вот мост. Вон мой состав. Вот, сука, ходят РЖДшники. И там уже через переход переходит охрана. Идет к моему составу. Я уже приехал оттуда. Отъехал я примерно на 13. Милиция. Смотрите, с синими номерами. Rods in Atlanta.